Кришнитая Шичинанна Кидя, Кришнитая Гаурачандра Кидя, Шрила Прабхупада Кидя, Нитай Гору Примананды. Хари Кришна, дорогие преданные, гости, приветствую всех. Сегодня я выбрал для вас текст из Бхагавад-гиты, первая глава, на поле битвы Курукшетра, текст 28. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Арджуна уача. Дриштвимам сваджанам Кришна, Йоцум самупасхитам, Сидантима магатрани, Мукам ча паришуш яти. Перевод текста. Арджуна сказал: «О Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а во рту пересыхает». Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто по-настоящему предан Господу, обладает всеми добродетелями святых и полубогов. Тогда как непреданные, сколь бы образованные и культурно с материальной точки зрения они ни были, лишены этих возвышенных качеств. Поэтому, когда Арджуна увидел на поле боя своих сородичей, друзей и членов своей семьи, он преисполнился состраданием к ним, решившим воевать друг с другом. К своим воинам он испытывал сострадание с самого начала, но сейчас он проникся жалостью даже к воинам вражеской армии, предвидя их неминуемую гибель. При мысли об этом его охватила дрожь, и у него пересохло в горле. Их воинственный дух оказался в какой-то степени неожиданностью для Арджуны. Почти весь род, все кровные родственники пришли сюда, чтобы сражаться с ним. Для такого добросердечного преданного, как Арджуна, это было ударом. Хоть здесь и не сказано об этом, нетрудно себе представить, что Арджуна не только чувствовал дрожь в теле и сухость во рту, но также плакал от сострадания. Все это свидетельствовало не о слабости Арджуны, а о его доброте, присущей чистым преданным Господа. Вот почему говорится: «Есесте бхакти бхагавати кинчина, сарвай гунаста траса масаты сура, харо, абхактися куто махатгуна, мано радхина сати давато вахих». Тот, кто безраздельно предан личности Бога, обладает всеми достоинствами полубогов, тогда как непреданный может похвастаться только материальными качествами, цена которым невелика. Причина в том, что такой человек постоянно идет на поводу у своего ума и потому не может устоять перед соблазнами материальной энергии. Шримад Бхагаватам 5.18.12. Ом агьям тимирангасья гьянам джана шалакая чакшурун милитам гьяна тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам гьяна бутале Своям рупа кадамахьям дадати свападантикам пандыхам ши гуро ши ютапада камалам ши гуру вайшнавамща ши рупам саграджатам саганара гунатам витам там садживам садвайтам савадутам париджана сахитам кришна чайтанья вейлам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Валита Шри Вишакам Витамшча Хе Кришна Каруна Синху Дина Бандхо Джагатпате Гопиша Гопиха Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранге Радхи Вриндаванишвари Вишаману Сута Деви Пранамами Хари Прие Ванчакалпатарубьяща, Крипа Синдувеевача, Патиктанам Паванехьо, Вайшнавехьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васати Гора Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Интересный момент, что
часто те, кто как-то негативно настроен к обществу сознания Кришны, говорят, что, цитирую, что преданный может убить всех своих родственников. То есть, собственно говоря, что произошло во время битвы на Курукшетре, были убиты, то есть это была братоубийственная война, в которой были убиты родственники. То есть это факт. Почему-то люди не интересуются, что это были за родственники и за что их убили, но как-то вот экстремистская такая книга, как люди думают. То есть был даже недавно суд над Бхагавад-гитой, и даже обычные наши люди, ну, так сказать, представители власти, заключили, что это не экстремистская книга. То есть, потому что обстоятельства были довольно-таки интересные перед самой битвой, все, что произошло. И сегодня хотел поговорить вот об этом качестве преданного, ахимса, или доброта, не насилие, которое как раз отображено вот в этом стихе Бхагавад-гиты. С одной стороны, Арджуна проявил вот это качество сострадания как преданного, с другой стороны, он в конце концов убил всех родственников. В чем здесь вообще логика? И сострадание убить родственников. Тут можно очень далеко пойти. Вот это качество преданного ахимса, это даже не качество вайшнава, это качество цивилизованного человека. То есть каждый цивилизованный человек, неважно, как он принадлежит сословию, то есть раньше было вот это деление на сословие, оно и сейчас есть. Это не какие-то ярлыки на людей вешаются, это просто психофизическая природа человека, это некоторая династийность, когда человек рождается в семье воина, он должен быть воином. И то это не обязательное правило. Есть примеры, когда личности рождались в семьях воинов и становились браманами, или даже в семьях шудр. Поэтому Арджуна родился в семье воинов, была династия царей, как их звали, потомки царя Бараты. К Арджуне так Кришна обращался, о потомок Бараты. Барата был царем, в честь этого и названа земля Индии Бараты-Варши. Есть такое название. Не земля Хинду, да, как мусульмане их называли, за рекой Инд, в которой живут, а Бараты-Варши, земля света или земля царя Бараты. Арджуна родился воином, его воспитали как воина, его обучали как воина. То есть он знал все эти технические тонкости, как сражаться, как строить фаланги, как не просто даже сражаться. То есть некоторые думают, что воин – это тот, кто все время в нос бьет кому-то. То есть все боксеры – это кшатрии. То есть если я качаю мышцы, если я могу кому-то набить лицо, ударить хорошо, значит, я кшатрий, воин. Часто слышу среди это не воин, это драчун. То есть ему нужно идти, лучше улицы подметать, потому что там он с огнем выместит, когда грязь уберет с улицы. А настоящий воин, он как раз обладает вот этим качеством ахимса. Он этим должен в первую очередь обладать, потому что воин, одно из качеств воина, что он готов простить предавшегося ему противника. Слышали, да, об этом? То есть таких есть ведические истории, такие примеры, когда царь вот в пылу сражения, сражаясь с противником, если противник предавался ему, сдавался, то царь прощал его. То есть он должен обладать этим качеством. Если у него этого качества нет, то он не должен идти воином, потому что он действительно всех убьет. И Арджуна проявил вот это качество сострадания, милосердия, которое присущено и цивилизованному человеку, и преданному. Преданный испытывает не просто, он не хочет не причинять кому-либо насилие, а он не хочет... Он испытывает сострадание, хочет принести благо. То есть сострадание – это более глубокое качество, чем ненасилие. То есть Бхактион Такур в своих молитвах молится, когда у меня появится сострадание по вашим условным душам. Откуда же берется в наше время столько насилия? Это великое умение не причинять ни одному живому существу страданий. Оно основано на контроле ума прежде всего. Основной контроль ума. И
Особенность ума в чем состоит? В том, что ум, он оценивает. Он не может не оценивать, то есть это его такая природа. Он оценивает, что это хорошее, а это плохое. Исходя из этих оценок, он делает свои выводы. То есть такое у него черно-белое восприятие. Если мы не прославляем предок, мы их будем критиковать. Ну, либо мы вообще о них не будем думать. То есть ум не может занимать нейтральное положение. Это его природа. Я могу сказать, что я... Там, не знаю, что... Я люблю президента Америки. Или я люблю президента страны. Ну, или я люблю всех людей. Такое выражение, да? Я люблю людей. Всех. Я их всех люблю, и я желаю им всем счастья. Но своему соседу я счастья почему-то не желаю, который все время сверлит стену весь год. Но так, я люблю людей, я желаю всем счастья, то есть нет проблем. Вот в этом как раз и идея, что у меня нет с людьми отношений, поэтому у меня нет ни любви, ни счастья. Я просто создаю такую иллюзию, что я их люблю. Потому что ум не может относиться нейтрально. Это такова его природа. Как только начинаются отношения, начинаются и конфликты, начинаются и привязанности, это неизбежно. И поэтому у ума всегда вот есть это два качества, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, ичха-двеша. То есть это привязанность и ненависть. Две противоположные вещи. То есть рага это термин, обозначающий привязанность, а двеша термин, который обозначает ненависть. И в плане сознания мы так и мыслим. То есть либо я кого-то люблю, либо я ненавижу. Как говорят в народе. От любви до ненависти один шаг. То есть это две стороны одной медали. Я вам расскажу сейчас одну историю интересную. Достаточно забавную. Один пожилой человек решил... Накопил денег, купил себе где-то домик, квартиру. И дом оказался рядом со средней школой. Кто-то живет рядом со школой. Шумное место. И дедушка жил какое-то время, пока было лето. Потом начался учебный год. И как только начался учебный год, появились дети. И дети... Когда шли со школы, били по мусорным бачкам. Дети любят пошуметь. Это признак детей, да? Как признак старого человека. Тише, тише. Признак молодого. Громче, громче. Вот они ходили и лупили по этим бачкам. Каждый день это, у них было как сада, но они проходили бачков. Ну, дедушка решил проявить ахимсу, свою доброту. Он вышел к этим мальчикам и сказал: «Дети, вы такие славные, мне нравится, когда вы так выражаете свою радость жизни, вы такие жизнерадостные. Я тоже так же в вашем возрасте делал. Вы не можете оказать одну небольшую услугу? Каждый день, пожалуйста, приходите и стучите по этим бачкам. Я вам буду за это давать $1». Мальчики подумали: «Замечательно, нам будут платить, это наша теперь будет подработок». И каждый день дети приходили, колотили по этим бачкам, дедушка им выдавал эти каждому по $1. И однажды дедушка вышел с печальным таким выражением лица, сказал: «Вы знаете, дети, тут экономический некоторый кризис, по карману мне ударил, и я смогу вам платить только по 50 центов. Ну, пока что вот нет такой возможности больше платить». И мальчикам это не понравилось, но сказали: «Ну ладно, хотя бы по $1 будут платить». И они каждый день снова приходили, били по этим бачкам. Через несколько дней хитрый пенсионер снова подошел к барабанившему и сказал: «Вы знаете, я не получил свой чек социального страхования, поэтому могу вам всего дать по 25 центов. Ничего, нормально?» Тогда мальчики возмутились. «Жалкий четвертак? Нет! То есть вы думаете, что мы согласимся терять наше время, стуча тут просто за какую-то четверть доллара? Вы с ума сошли? Нет, все, мы уходим!» Дедушка сделал расстроенный вид: «Ну ладно, извините». И все, и больше эти мальчики не приходили, не стучали по этим бачкам. То есть так он решил мирно эту проблему, приложив просто свой разум. И это даже дело не в том, что есть какая-то практичность.
вот, в плане совета, как можно решать проблемы силой или разумом, а в том, что сама концепция у тех мальчиков поменялась, что, оказывается, стучать по бачкам, по этим мусорным, уже плохо, потому что за это раньше платили, а теперь не платят. Вот, вот в чем идея, то есть как ум действует, интересно. И наша память, с одной стороны, это счастье, с другой стороны, да, некоторые проблемы. То есть это, она сейчас короткая в Кали-Югу. То есть память короткая. Это, да, это, с одной стороны, вроде как плохо, сейчас столько всяких курсов, тренировки памяти, люди тренируют память, чтобы все запомнить, запомнить номера телефонов, запомнить там еще что-то. Но на самом деле это милость Бога в Кали-Югу, потому что если бы человек помнил все гадости, которые он совершил, он бы не смог начать свою духовную жизнь. И даже в духовной жизни, если он падает, если он все это будет помнить, будет очень печально. Но я другое хотел сказать, что наша память нас подводит, но в действительности память ничего не забывает. Все, что человек видит, все попадает ему, как это сейчас модно говорить, подсознание. Подсознание. То, что обычно описывается под подсознанием, это как раз и имеется в виду ум. В действительности наша память как раз имеет вот эти разные возможности, и в невидимой своей части она очень хорошо структурирована. Это на санскрите называется васаны, впечатления, такие узелки памяти, которые откладываются, вот нравится, не нравится, нравится, не нравится. Мы что-то увидели в детстве, нам это понравилось, оно раз отложилось, потом мы уже забыли вроде как. То есть кто может вспомнить, что он ел 10 лет назад, или даже на прошлой неделе хотя бы, то есть нам сложно вспомнить. Но вот эти впечатления, они остаются в уме. И нам остается впечатление, что вот это хорошая вещь, а это плохая. Соответственно, мы ее либо привязываемся к ней, либо ненавидим. Так вот ум наш встречает что-то в этом мире, и сразу вот эти неосознанно, да, подсознание, так сказать, все, что в уме отложилось в этой жизни и даже в прошлой, оно вот так, так и реагирует. То есть это вот такой внутренний набор точных определений, что нам нравится и что нам не нравится. Это и есть подсознание, набор точных определений. Такой каталог материальных объектов с проставленной оценкой. Хорошо, плохо. Кружка сын к отцу пришел и спросил у кроха, что хорошо, что плохо. Папа рассказывает, что курить плохо, а сам курит. И что у ребенка откладывается? И что папа говорит, а что он реально делает? То есть фактически это вот такая рефлекс, да, собачки Павлова. То есть это внутренне отработанная реакция нашего организма, нашего вот этого подсознания, да, как органа. Потому что ум называют также шестым чувством, как таким внутренним органом. И поэтому человек даже не понимает, почему такая внутренняя реакция, а не другая. Почему какие-то фобии, да, там есть психологи, разбирают разные страхи человеческие. Потому что этот опыт соприкосновения с этими объектами, он когда-то был. Кто-то боится закрытого помещения, да, там клаустрофобия, кто-то боится пауков, там, кто-то еще что-то боится, есть там всякие смешные страхи, там ученые расписали, там есть страх какой-то. Не могу вспомнить. А? Страх отсутствия Wi-Fi, пароля или интернета. Нет интернета. О, подсказывают. Новый вид страха. То есть, если оценка отрицательная, мы просто мимо проходим, а если положительная, то мы останавливаемся и начинаем этого хотеть. Такой вот дуализм ума. Он все время должен выдавать либо позитивную, либо негативную оценку происходящему. И это вот такая самая дурная привычка ума. Дело даже не в каких-то курении, в алкоголе, хотя, безусловно, это, ну, считается ядом, который разрушает организм. То есть, есть вещи, которые также вредны, с которым мы боремся. То есть недостаточно просто отказаться от вредной пищи убойной и от каких-то интоксикаций. Нужно отказаться вот от этой двойственности, которая существует в уме. И, как объясняет Кришна в 6 главе, Бхагавад-гита дальше, в 6 главе он объясняет Дхьяна-йогу, он говорит, что тот, кто ум может быть и другом, и врагом, и тот, кто победил свой ум, тот достигает осознания параматмы. То есть сверхдуши в сердце, видит Бога буквально. И смысл в том, что вот эта победа выражается в том, что ум перестает все оценивать.
Вот это и есть победа. Перестает оценить. Он выключает вот эту маятник ума, эту двойственность. Мы говорили, вот эта известная поговорка «от ненависти до любви один шаг». В действительности это имеется в виду речь не о любви, а именно об оценке. Как мы все оцениваем. То есть, правильно сказать, от позитивной оценки до негативной оценки один шаг. И вот у разных людей это восприятие по-разному бывает, в зависимости от эмоциональности. Есть люди эмоциональные, которые прям так резко реагируют. Ой, фу, противно, гадость какая-то. Что-то нравится, они прям с ума сходят. А есть такие люди, которых эмоциональность не на таком уровне такая, это прорабка камня относится эмоциональность, то они отвечают, на это по-другому реагируют. Но я там чего говорю, что бывают люди очень спокойные внешне. У них просто эмоциональный фон очень низкий. Но внутри у них происходит вот это приятие, неприятие все равно. А люди так говорят, ой, это ты, наверное, йог. То есть спокойный человек, стойкий. Как там, стой, говорят, как про таких людей. Невозмутимый человек. Я так с этим, да, встречался, я думаю, вы тоже, что кажется, что вот человек невозмутимый, что он уже на уровне вот такого йога, то есть на уровне брахмабуты какой-то. Он просто молчит полжизни. Потом берет автомат и расстреливает всех. То есть большинство преступлений, если взять, это вот эта ситуация. Жили мирно вроде, душа в душу. Он ее в душу, она ему в душу. И потом просто вот он сорвался и все. Вот женщина, она первая срывается, потому что у нее эмоциональный фон, как правило, больше. А мужчина, он внутри терпит, но это терпение потом заканчивается, и он срывается. Мы это видим. Происходят такие проблемы. Это называется качание маятника. То есть маятник, когда в одну сторону качается, то он потом в другую качнется. Поэтому мудрецы говорят, не нужно слишком сильно радоваться, слишком сильно огорчаться. То есть не нужно, тот, кто очень много смеется, будет потом много плакать. Есть такое высказывание. Не видно, такие люди, они смеются, хохочут с ними, такие ха-ха-ха. И потом они через какое-то время, у них снова вот этот маниакально-депрессивный психоз. Вот это и есть двойственность ума, маниакально-депрессивный психоз. То они радуются всему, то они потом скажут, ой, все плохо. То есть есть деньги, ура, нет денег, все плохо. Быстрый интернет, ой, какое счастье. Медленный интернет, ой, как все плохо. Я приехал на Камчатку к сестре в гости, там лекции почитать. Там интернет 2 килобита в секунду, что-то такое. То есть там фотография загружается, наверное, минуту целую. И там 2500 платят за интернет, чтобы там можно было что-то скачать вот, в месяц. И считается такой быстрый интернет, там, то есть по скайпу можно поговорить. И вот я туда приехал, я немножко загрустил, думаю, что как-то долго все. А потом через сколько там, 2 недели пожил, и уже как-то вроде нормальный интернет. То есть двойственность, такая вещь, вот маятник ума перестал качаться. Я думаю, ну вот это в принципе нормально. Не работает, ну ладно, без интернета. Там такие люди счастливые, живут без этого интернета. Я говорю, когда люди приходили ко мне на прием, я говорю, радуйтесь, что у вас интернета нет. Говорят, что этот по дну океана тащат кабель туда на Камчатку, чтобы там был быстрый интернет. Я говорю, Кали тащит туда кабель, никак пока не. Это же проявление тоже его, как он проникает в обществе. И туда он еще так сильно не проник. Там люди достаточно в этом плане чистые. Вот, то есть это такая проблема маятника, поэтому, чтобы стать добрым, чтобы стать спредом, человеком, который избегает насилия, нужно прежде всего взять контрольным домом над этим маятником, не раскачивать его в разные стороны, который постоянно вот так вот качается. Поэтому мудрецы говорят, не слишком радоваться надо, не слишком огорчаться. Не получится вообще не радоваться, не огорчаться. Это функция ума. Но вот это амплитуду маятника мы можем контролировать. То есть, конечно, да, мы должны как-то и семью создать с любимым человеком. То есть, да, выбираем кто-то, вот мне этот человек нравится, я создаю семью. Но если мы будем раскачивать этот маятник дальше, то что произойдет? Я хочу новую семью раздать, потому что за пресыщением, насыщением приходит пресыщение, и потом отвращение. Так вот этот маятник и качается, поэтому сейчас столько разводов. То есть, только семинаров, как развивать женственность, ну,
потом что с этой женственностью делать? И мужественность развивать. Мужественный. Такой прям мужественный стал, что уже жена недостойна его мужественности. Он ищет другую женщину. А женщина думает, он недостоин моей женственности. Я ее так раздуваю, что надо какого-то найти мужчину, который как-то удовлетворит теперь. И так вот происходит все. Этот маятник раскачивается. И люди качают его и думают, что это нормально, весело. Знаете, как качели. Это вот устройство материального мира, качели. Поэтому так нравится на качели качаться. Вперед-назад. Я как-то не качаюсь на качелях, но я дочку свою посадил. Она говорит, кричит, радуется. Качаемся. Туда-сюда. И вот нам нравится вот это вот все время испытывать. Ну как же, ну не поплакать, да? Ну как же не позавидовать, не позлиться там? То есть это уже как-то неинтересно тогда жить. Как-то надо сначала погрешить, чтобы потом покаяться. Иначе как-то неудобно, как-то я хожу на программу какую-то неискреннюю, у меня нет этой преданности, надо мне как-то вот погрешить, и тогда я приду такой смиренный весь, покаясь перед божествами. И вот такой процесс, да? Купание сана, как называется. Вот. Это вот такие качели. Так мы становимся рабами своих впечатлений. И мудрецы говорят, что над умом стоит разум. То есть наш разум – это сторож, который должен хорошо понимать, что можно пропускать внутрь нашего сознания, а что нельзя. И если у человека слабый разум, то разум невоспитанный, то он пропускает все подряд. Все подряд, как люди смотрят телек и щелкают каналы. Помните, как раньше было? 3 канала всего в телевизоре. А теперь, ну я не знаю даже сколько теперь. Кто-то даже гордится, что он не смотрит телек, но он смотрит интернет. Там не то что каналы, там куча сайтов и прочего. То есть ничем не отличается просмотр интернета от просмотра телека сейчас. Все же эти программы можно в интернете найти при желании. И так вот, и потом человек удивляется, откуда все эти желания появляются. В этом проблема ума, что все впечатления, что все, что мы увидели веселого в интернете, оно все остается в сознании. Ну посмотри, порадуйся. Честно. Кликнись, да. И потом думаю, нет, все, пойду заниматься делами, все это не важно, так, все плохо. Но оно осталось все в сознании. Мы дали эту оценку, и оно сохранилось у нас в уме. А потом мы думаем, откуда эти материальные желания? Я вроде так джапу внимательно читал. Ну, джапу ты читал внимательно, а что между джапой и... Вопрос, конечно, во внимательности, да, что это. И вот этих нехорошие вещи, они хранятся в нашем уме, вот этой кучей. Сейчас в интернете тоже, кстати, тоже одна из милостей Бога для преданных, что, да, с одной стороны, интернет – это такое проявление кали, что он может проникать в сознание людей везде. Но с другой стороны, если человек справится с этой проблемой, то он может уже многих вещей не бояться, потому что это тяжелая такая энергия. И если он научился ее контролировать, то остальное покажется ему ерундой. Потому что в интернете человек смотрит то, что он за тысячи жизней даже не увидит. То есть в ведические времена не было тех вещей, которые сейчас можно в интернете быстро найти. И он насмотрится всяких картинок и прочего, и потом это все сидит у него в голове. То есть случай с Аджамилой был единичный в те времена. Сейчас это все очень легко доступно. И ум просто в экстазе, в кавычках. То есть вот это и есть карма. Потому что карма сидит в сознании. Когда я, в тот момент, когда я дал чему-то слишком яркую оценку, я заложил это впечатление в свое подсознание. То есть я смотрю, кому-то бьют лицо в интернете, как... То есть принято не помогать людям, а снимать на камеру. О, ничего себе, как он падает там. Или там, как пожарный. Люди стоят, снимают, вместо того, чтобы позвонить пожарным и позвонить. Потом выкладывают в интернет, и люди смотрят, думают, здорово, горят вообще. Надо же, как круто. Сбили детей там каких-то на машине, смотрят. И радуются, и закладываются в уме. А потом человек раз совершает какое-то насилие и думает, откуда это все? Я же вроде не такой плохой человек. Насмотрелся, потому что и дал оценку. И оно все отложилось. Человек посмотрел там шоу боксеров каких-то и смотрит там, или футбол какой-то. А в следующей жизни не понимает, почему у меня такая тяга к этому. То есть это все закладывается даже с прошлой жизни. И сейчас
стремятся из всего сделать такое шоу. Это целое искусство сделать шоу из какой-то негативной вещи. Все это так раздувается, раздувается. Шоу голый, шоу танцы на льду, там шоу уродов каких-то. И человек смотрит это все, и потом думает, почему мне так хочется вот действовать, как эти люди, почему мне хочется иногда быть уродом. Потому что я посмотрел, порадовался, прикольно. И потом так же себя ведешь, как уродец. То есть нет вот этого шоу, как нужно проявлять вот эту доброту Ахиллесу. Вот из этого как-то шоу не раздуто. Вот чем мы здесь занимаемся, когда собираемся? Мы пытаемся оставить яркое впечатление, что вот можно жить без алкоголя, можно жить без мяса, и можно жить как религиозные люди, то есть поклоняться Богу. И когда вот это позитивное впечатление у нас сохраняется после вот этого программы посещения, оно не то что побеждает и уничтожает старый самскара, но оно их заслоняет собой. То есть это задача человека получить более яркие впечатления, позитивные. То есть родители должны подавать этот пример, показывать вот это шоу добра. Это есть как раз воспитание, помогает ребенку вот пропускать в подсознание только полезные вещи. Поэтому мама иногда раз закрывает детям глаза, да, чтобы они не видели. Потому что дети, они не понимают. У них разума нет, до 5 лет, по крайней мере. Разум практически не работает у детей. Поэтому мудрецы говорят, что к ребенку нужно до 5 лет носиться как к царю. В том плане, что ну, воспитание сильно не помогает. Потому что разума нету, он все подряд пропускает, и дети насмотрятся всего. И потом живут с этим в подсознании. То есть ум говорит, что мне нравится, разум говорит, нам не надо это не полезно. Как вот человек смотрит с крыши дома вниз, например, если вдруг он забрался на крышу, если в Петербурге услуга прогулка по крышам. Группу нашел, несколько преданных у нас в этой группе, кто-то гуляет по крышам, не буду говорить кто. Сами посмотрите. Там группа. Видно участников. Интернет дает такую тоже возможность увидеть, кто чем занимается. Моя страничка ВКонтакте, я там на пляже, в трусах, например. Ну, я просто... Не я в трусах, я не хожу, просто. Вся жизнь преданного на виду фактически. Да, кто думает, что никто не смотрит, там, наверное, кто-то раз посмотрел. Проблемы. Вот так человек смотрит вниз и думает, о, как бы полететь вниз, вот это ум. А разум говорит, не, ну как это, ты прыгнешь. То есть разум объясняет, чем все закончится, как все это будет, какой будет результат этого действия. Поэтому в культуре говорится, что нужно слушаться старших, потому что старшие, они являются представителем разума. Пока у нас своего разума нет, нам нужно чей-то разум взять, чьи-то мозги. Проблема, конечно, в том, что старшие могут быть неразумны. Если им никто не дал этот разум, не дал мозги, то это большая проблема. Поэтому мудрецы говорят, что нельзя рождать детей, пока человек не стал мудрецом. То есть, может быть, он сам еще не освободился, но он знает путь к освобождению. Или он может привести к тем, кто знает этот путь. И тогда уже можно будет многих проблем избежать. И что касается нас самих, то нам нужно подняться над этой двойственностью ума, и двойственность ума проявляется вот как счастье и страдание. То есть, если мы смогли подняться над этой двойственностью, тогда мы не перестанем оценивать людей как плохих и хороших. По большому счету, вот тут про меня так громко сказали, ну, можно половину... Несколько ноликов убрать, то есть у меня не 1000 шалограммов, а где-то 100 уже. И все остальное тоже можно так вот уменьшить. Преданные они свободны от критики и хотят прославлять. Вот. Но смысл в том, что вот когда карма приходит к человеку, она приходит через каких-то людей, да, как есть адхибаутика клеша, страдания других живых существ. Но как только человек работает над собой, меняет свое отношение к ситуации, человек к нему даже непроизвольно начинает относиться по-другому, как вот к семейной карме.
То есть мы не можем поменять весь мир, мы не можем поменять свою страну, даже город не можем поменять. И даже не можем поменять человека, с которого мы живем. Но если мы меняем себя, происходит вот это чудо. Человек, к нам другое отношение становится. Почему это происходит? Потому что люди являются просто проводниками кармы. И в основном являются проводниками кармы именно наши родственники. Вы думаете, просто так родственники говорят, что ты фанатик-сектант? Это действительно так. То есть в глазах это видно. Потому что один из признаков фаната, как раз как-то была лекция по фанатизму, я тоже читал в воскресной программе. Признак фаната, он не признает, что он фанат. То есть он не может этого увидеть. А в глазах это видно. И он говорит, ты фанатик. Нет, это они фанатики, а не я. То есть они правду говорят. Потому что они живут с нами, они знают нас. И мы как-то карму не принимаем от далеких людей. Ну там кто-то нам что-то сказал в трамвае, там в метро. Мы не примем это близко к сердцу, возможно. Но от родственников это сложно как-то. От родственников мы как раз примем, потому что от них некуда деться. Они, если мы с ними живем, общаемся регулярно. И вот нам Господь через них карму дает. И мы думаем, что это плохой человек. Он мне причинил страдания. А причина радость – это хороший человек. Так вот в уме откладывается. И все эти вещи как раз закладываются в основном в период воспитания. С 5 до 14 лет. До 5 ребенок как царь, то есть у него разум не работает. А после 14 у него уже разум сформированный. То есть тонкое тело сформировано. Грубо формируется тоже тело. Ребенок растет, как-то кости, зубы у него растут. И разум тоже у него как-то растет, крепнет. И в 14 лет уже, после 14 лет уже что-то сложно поменять. Нужно уже борозду пропиливать. И если родителям удается сформировать разум ребенка, если они формируют его правильно, то воспитание удалось. Но есть еще, конечно, да, то есть наше подсознание состоит из двух частей. То, что вот с прошлой жизни заложилось, то, что с чем человек пришел, это как раз дата рождения, вот она показывает, с чем человек пришел, как знак вот для астролога, например, он видит, человек пришел с этим багажом. Но с 5 до 14 лет можно еще вложить вторую часть. То есть родители закладывают 2/3 воспитания человека. Это огромная ответственность. То есть если родители ведут себя плохо, немилосердно, зло, то тогда ребенок также станет таким же. Поэтому воспитание детей, собственно говоря, в ведах не описано, строго говоря, прямо вот так, раздел воспитания детей. Есть воспитание взрослых. Сейчас сейчас очень модно какие-то детские садики, какие-то особые такие, отдавать детей, где с ними работают, какие-то психологи, там специальные воспитатели. Почему это все произошло? Раньше не было таких детских садиков. Потому что родители потеряли качество, не могут подавать пример, и они видят, что проблема с детьми. И поэтому они думают, что я отдам куда-то ребенка, и там из него сделают суперчеловека, и мне его дадут такие, знаете, как дрессировка собак. Вот отдали дрессировку, выдрессировали, и все, вы теперь говорите, сидит, она сидит, стоит. И мы думаем, что детей также можно отдать куда-то, из них там их выдрессируют, и нам вернут уже такими шлифованными. Но дети все равно смотрят на родителей, как, например, дети это не собаки. То есть они смотрят на пример и впитывают его, как губка. То есть это есть истинная защита ребенка, показать ему пример доброты и милосердия, не причинение вреда. А сейчас ребенка садит перед телевизором, он смотрит мультик, где мучают животных. Как Том и Джерри, помните в свое время? Смотрели все Том и Джерри, ну я по крайней мере смотрел. И что там? Там просто какой-то ужас. То этот мышка этого душка, кота там убивает по-разному, то кот убивает. Ребенок смотрит, думает, здорово, как весело, как смешно он этого кота. И все это откладывается у него в сознании, и потом он мучает родителей, когда подрастает. И родители не понимают, почему, мы же в мультике он смотрел, вроде такие добрые мультики рисованные. Не такие уж добрые. Конечно, кот потом оживает, и мышка оживает это. Но люди не оживают почему-то, когда их так мучают. Интересно, в законах мамы говорится о том, что мать должна быть в 10 тысяч раз более почитаема, чем отец. Почему это так? Потому что мать больше всего оказывает на ребенка влияние. Отец, как правило, наработает в основном, да? Отцы работают, как-то они приходят, уходят утром, приходят вечером.
А мать все время имеет дело с ребенком, и поэтому они, вот это огромная ответственность, поэтому считается, мать – это первый гуру. Поэтому так женщин почитали в ведической культуре, не за красивые формы, а за именно вот ее материнство. Как раз скоро наш праздник, международный, да, женский день. И это не то, что женщин почитают за какую-то там красоту, слабые полу там дарят цветы, потом эксплуатируют оставшееся время. А за то, что как раз женщина является первым учителем для ребенка. То есть она должна не просто сидеть и развивать свою женственность, она должна получить полное необходимое знание, больше, чем мужчина должна получить в каком-то смысле. Потому что все это она должна будет своим детям объяснять. И это воспитание происходит даже не только, когда ребенок рождается, у него там с 5 до 14, а в самом животе это все происходит. Есть одна история, когда в Индии корова запуталась рогами в какой-то в изгороди. И люди не знали, как эту корову вытащить из изгороди. И кто-то такой совет дал, всякой совет, надо изгородь сломать. Говорит, нет, нельзя изгородь, это моя изгородь. Но один человек сказал, давайте корове рога отпилим. Все, проблема решена, мы же не убьем, и рога просто отпилим. И люди так возмутились. Ну, это в Индии было. Корова священное животное. Они не стали к этому человеку ругать, они сразу пошли к царю. То есть это проблема. Они поняли, что где-то не отсюда растет проблема, не от этого человека. И царь он понял все, и он сразу позвал мать этого мужчины. Пришла мать, он спросил, твой сын хочет опилить рога корове, можешь объяснить такое странное поведение своего сына? И мать заплакала и сказала, что да, как-то она переезжала через одно нехорошее царство, которое он случайно видел, как корове отрубают голову. Просто увидел вот эту сцену. И тебе сказали, ну тогда понятно, почему такой ребенок родился. То есть она дала какую-то этому оценку, ну даже непонятно, какую она дала этому оценку, но тем не менее она эту сцену увидела, стала свидетелем, пустила ее в свой разум, и это отобразилось на ребенке. То есть еще в животе матери. Поэтому есть такие церемонии, ведические огненные церемонии, яги, когда как раз эта церемония защищает сознание ребенка еще в животе матери от вот этих разных негативных впечатлений. Так вот и рождаются люди со всякими фобиями, потому что родители думают, ой, там, а вдруг мы этого ребенка не вывезем, может аборт сделать. И потом думают, ну ладно, аборт не будет, не отражает ребенка. Вот эти все страхи отпечатываются на нем. Там есть описание, куда женщина должна ходить, куда не должна ходить, когда она беременная. Не должна ходить в пустые дома, там сидеть на муравейнике, не нравится. Почему-то она приводит, видимо, была такая проблема раньше. Сейчас муравейников не так много, сейчас муравьи дохнут от наших захламленных лесов. Вот, поэтому из-за того, что человек современный боится, то есть он не может различить вот это добро и зло, то и рождаются такие люди, которые всего боятся. Интересно. Жена говорит, ты точно об этом на лекции расскажешь. Но вчера туалет засорился, и пришли соседи снизу. Я как познакомился с соседями, и я вот боюсь соседей. У меня отложилось впечатление, где мы жили, вот, с Благопалом Брахмачарями. Везде, где мы жили вашими, были проблемы с соседями. Потому что, ну, когда живет много мужичков, так сказать, говоря, да, и там они что-то с утра напивают, и, ну, вообще, что столько людей живет, соседи беспокоятся. И всегда так вот было, всегда с соседями какая-то проблема. Мы радовались, что всего одни соседи снизу, и от них там все милиция приходила, там, и прочее. И так, когда мы жили вот с родителями, я помню, здесь над нами с соседями были все время какие-то проблемы. В деревне тоже с соседями были проблемы. То есть всегда с соседями. И вот отложилось впечатление, я смотрю, глазок соседи пришли, опасность. А у жены такого не было, потому что они все время радовались соседям, где они жили в Хабаровске. У них, они в Хабаровске двери не закрывают на Дальнем Востоке, люди ходят друг к другу в гости. То есть и двери не такие железные, там какие-то двери деревянные, и не закрываются. То есть соседи раз, о, пришли соседи, так здорово. Она раз открыла двери, там соседи, у нас вы нас зацеливаете. Ой, соседи пришли. То есть вот
Вот оно в уме отложилось, вот эти самскары, и все. Предсказание жены выполнил. Показал самскару. Думал, как бы это к лекции привязать. Вот есть одна тоже интересная история в связи с этим. Такая тоже немножко астрологическая. Итальянская притча об одном благородном, мудром и богатом царе. У этого царя была жена, он ее очень любил, но царская жена нагуляла на стороне нескольких детей. Есть такая целая царская наука, как определять, что за сын. То есть царский сын или не царский, мало ли где там. И троих сыновей она родила где-то на стороне, а четвертого все-таки от царя она родила. И так или иначе царь какое-то время скончался, нужно было решать, кому отдать царство. То есть обычно старшему дают царство, да, ну, такая традиция была. Бывает, что там и, ну, другие какие-то были ситуации. Но тут решался вопрос, и не знали, что делать, обратились к одному старому рыцарю. Старый рыцарь был очень мудрым, потому что он был старым. И он дал мудрый совет, сказал, царь уже мертвый лежал, тело его. Он сказал, то есть эти братья стали спорить, бороться за власть. И этот рыцарь сказал, чья стрела глубже войдет в тело царя, тому и быть царем. Такой дал совет. Нужно стрелять в царя, чья стрела глубже войдет. Эти царевичи схватили луки. Один пронзил правую руку государя, стрела второго раздробила ему кость плеча. Третий пронзил сердце царя. Думал, ну теперь уж точно я буду царем, потому что моя стрела глубже вошла. Вот. Сказал же старый рыцарь. А четвертый сын подошел к телу отца и вздохнул, сказал, отец, я не могу тебе причинить боль ни живому, ни мертвому. И тут же горожане схватили его на руки, вот этот царь, всем сразу стало понятно. А этим даже в голову не пришло, потому что у них не было этого самскара, потому что жена это зачина этих детей думала о другом мужчине, думала негативно о царе, возможно. И поэтому родились такие дети. Все оказалось очень просто. Такая вот астрологическая диагностика. Не нужно было астролога звать, смотреть. Я сказал, что астрологическая история. На самом деле в астрологии не все так прямо, что нужно какие-то карты смотреть. Иногда есть вещи такие вот. Достаточно старого рыцаря позвать. Или бабушку. Она все решит. Раньше бабушка была таким семейным астрологом. Она видела 200 свадеб, то есть она уже знает, кто совместим, не совместим. И бабушка, она всегда занята, то есть она ездит от одних внуков к другим, решает их проблемы. А сейчас вот старость такая вот, старички вот не смогли получить этот опыт, этот разум, они уже никому не нужны, их думают сдать их в дом престарелых. А раньше бабушка, вы что, какой дом престарелых? Это самый нужный человек. Она просто на расхват, она умеет все блюда готовить, вот как на Востоке. У нас как-то, когда были в ДК программы, вспоминаем эти грустные времена, столы с жвачками, там, на которых божества стояли. И забегали индусы, приходили и забегали на алтарь фотографироваться. И мы изгоняли, говорит, не надо, то есть, ну, нельзя на алтарь залезать. И я их спросил, почему фотографируетесь. Они отсылают эти фотографии своей бабушке в Индию, потому что бабушка – это глава семьи. То есть дедушка либо саньясу принял, либо он там лежит на своей индийской печке. То есть дедушке это все не так интересно обычно. А вот эта система устройства семейного, матриархата, она в принципе правильная. Была женщина главная. Так даже на Вивахаяге, на церемонии свадебной, муж говорит жене, стань главой моей семьи, моих родственников, друзей и так далее. Она это не делает своей какой-то силой, орет на всех. Она это делает своей любовью, заботой. То есть женщине нужно учитывать все мнения всех родственников, там, решать все конфликты. Вот когда семья большая, там 14 человек, например, детей 14, да, они еще потом рожают. И вот бабушка все это наблюдает, и, то есть семья большая, такая вот, много опыта можно получить. Она бесценный человек, ее все боятся, потому что она и добрая, и строгая. То есть любовь не сентиментальная. Вот это ахимса, о которой мы сегодня говорим, это не сентиментальное чувство. Жена просто заплакала, и все, Кришна сказал, это немножко сентиментально, нужно вот все взвесить, оценить. И потом, когда Арджуна все взвесил, оценил, он сделал то, что он сделал с родственниками. И они отсылают фотографии этой бабушки, потому что бабушка, да, накормит их рассогулой там и прочим. Вот они, и она видит, что да, мои дети ходят в храм, внуки.
все хорошо у них. Ну, это только фотографии, конечно. Что в остальное время происходит, я не знаю, как они с бабушкой вопрос это решают. Ну, это уже их дело. И вот смысл в том, что когда мы пытаемся что-то сказать человеку, ну, я не говорю о том, чтобы ударить, убить, там, подумать. Просто сказать пока что, да, что-то человеку. Нужно задуматься и понять, что как я, могу ли я сделать это немножко добрее. То есть сказать это как-то, или завтра, может быть, сказать, я подумаю, как ответить. Вот, и тогда, если мы будем это делать регулярно, потому что мы рождены не для великих дел. Для великих дел это, знаете, как Арджуна, вот он родился для великих дел. Мы рождены для маленьких дел, и постепенно по кирпичикам, и складывается вот это в уме, вот это наше подсознание правильным образом, что можно решать проблемы гораздо проще, легко. Я сначала думал, пойду с соседями, буду ругаться с ними. Ну а что ругаться, если я их затопил? Ну как это у нас принято, да? Лучшая защита — нападение. Вот открыл дверь, там 5 мужиков в трусах. Ну здорово, хотя бы знаем, кто под нами живет. Студенты устраивают, потому что мы тоже дома приглашаем преданных, поем киртаны. Ну, студентам обычно не так переживают. Обычно соседи переживают в пожилом возрасте, бабушки, дедушки, их раздражают шум какой-то. Вот и все, поговорили нормально, все как-то решили вопрос, без какого-то там насилия. Ну это я просто, может, пример не очень подходящий, но в случае Арджуны невозможно было мирным образом решить. Хотя до последнего они пытались решать. То есть пандавы сказали, дайте нам хотя бы 5 деревень, да, как мы знаем в истории Махабхараты. Потому что кшатрий должен заботиться о ком-то. У него это природное качество. Он должен заботиться о людях. То есть это не просто драчун. Ему нужны люди, которых он будет заботиться и защищать от боли. Так как переводится слово кшатрий, тот, кто защищает от боли. И Дурьотхан сказал, мы не дадим даже места, чтобы иголку воткнуть. Ну, там еще было все виды преступления совершены, были кауравами, то есть 6 смертных грехов. То есть поджог, кража жены, кража имущества, убийство и так далее, отравление. Все это, вот прям 6 преступлений было совершены. И Господь подтвердил, да, что в данном случае для них это будет благо. Есть такое даже высказывание доброе. Для некоторых людей единственный хороший поступок, который могут совершить в своей жизни, это умереть. Да, то есть, несмотря на то, что преданный не причиняет никому насилие, это его природа, вот как Арджуна проявил в этом стихе первой главы, то есть это его природа, но и сострадание, то есть на основе Писаний, и сам Бог в этом участвует, ведь в этих мирных переговорах между Кауравом и Пандавами перед войной участвовал сам Бог. Сам Бог говорил, давайте решим мирно. И помните, что с Богом сделали? Там целую ловушку устроил Шакуни, в которую Кришна провалился. То есть даже мирного посланника с ним так поступили. Поэтому уже просто не было других вариантов, как война. Но это не значит, что мы с соседями поругались, сразу нужно войну устраивать. Надо сначала решать максимально возможным добрым способом. Вот. А у нас сейчас принято вот как-то так зло реагировать на все. И взгляды такие, чего зыришь, даже улыбнулся, чего улыбишься. Как полицейские говорят. Если человек улыбается, на всякий случай нужно его проверить. Наверное, он что-то украл. Али Кришна, может быть, есть какие-то вопросы? Вопрос. Хари Кришна. Спасибо огромное за лекцию. Хотел бы спросить вас, как вы очень много говорили о соседях сегодня. Вот, как ни странно, у меня тоже... Просто в конце отложилось. Не так много. Интересная история с соседом. Как поступать со своими эмоциями, которые могут перерасти в негодование, в не очень хорошие отношения к человеку, хотя
он просто сделал замечание, да? Ребят, не шумите, сегодня воскресенье, шумные работы оставим на потом, на будни. И как сделать дорогу на пути, ну, как построить дорогу на пути к сближению, да, к улучшению отношений? Может, подскажете мне такого плана вопроса? Спасибо. Прежде всего, звучит, конечно, все красиво в плане развития качеств и прочего. Просто повторяйте Хари Кришна, там, и вы излечитесь от рака, простите всех. Но идея в том, что много-много жизней у нас вот этот маятник качался, что вот эти люди хорошие, а это плохие. И поэтому любая работа над качествами подразумевает длительное время. То есть, ну, точно время никто не может сказать, потому что духовная практика не зависит, собственно говоря, так вот прям от привязки какого-то времени. Важно качество, и важна милость Бога также, как он захочет. То есть, но постепенно по кирпичикам, как мы говорили, вот эти качества и складываются. Когда происходит конкретная ситуация, мы на ней, мы не можем во время нее учиться. Мы можем учиться до и после, потому что сама ситуация – это как раз экзамен, сдача экзамена. То есть на экзамене не учатся, да? На экзамене обычно, ну, что узнает, как говорят, перед смертью не надышишься. Вот пришел уже, я сдаю. И вот эта ситуация как раз и показывает наш уровень. То есть просто мы видим наш уровень. А потом уже мы пытаемся думать, что делать. Вот. Но индивидуально я не смогу все равно сказать, нужно разговаривать, что за ситуация. Потому что лекция — это общая вещь, потому что неинтересно всем решать, например, вот, как унитаз чистить, например. Вот, кому-то это не актуально. То есть как с соседями там какими-то. Это все. То есть ситуации будут бесконечного комбинации. Грабли попадаются вроде как одни и те же, но все равно они будут немножечко по-разному бить. То оно сюда бьет, то сюда бьет, то сюда. То я ночью наступил, то днем в сарай зашел, наступил. То есть повторяешь что-нибудь, везде надо будет приложить какой-то разум. То есть невозможно жить по формулам каким-то. Как вот сейчас поступить, а как вот в этой ситуации поступить, например. То есть в этой ситуации, ну, человеку объяснили. Но если ему не дали разум, то есть не дали самого представления, как правильно к этому относиться, то в следующей ситуации он совершит ошибку. Поэтому никогда нельзя за человека решение принимать. То есть нужно его подтолкнуть к этому решению, чтобы он принял, и подтвердить, правильно или нет. Вот. А в случае соседей тут не важно, соседи, не соседи, какие-то люди, там, родственники. Тут один принцип, что, ну, если мы живем с кем-то рядом, в принципе, соседи не практически как родственники становятся. Вот. И нужно уже с этим иметь дело, и нужно идти на компромиссы. Без компромиссов ничего не получится. И мы всегда вашим шли на эти компромиссы. Мы потом так пили тихо, шепотом, не хлопали там, я же не знаю, один раз хлопнуть, все, там сразу Протапову, тихо, нельзя хлопать. Потому что у нас там соседи жили, как вот где я сейчас живу, съехали, музыканты были. Музыканты, у них там слух какой-то гиперразвитый. Вот на пианино она играет. Оно не должно мешать, потому что пианино. А вот Хари Кришна, оно мешает. Ну и вот мы шли на эти компромиссы, что сделать. То есть это величайшая иллюзия в семейной жизни и вообще вот в общении с близкими людьми, родственниками, что я могу поменять человека. Вот я на что-то подкручу, давайте какую-то ягью проведем, или янтру ему подсунем под порог, там, не знаю, что-то. И вот он чудом поменяется. То есть этого не происходит. Иногда, знаете, как родственники, в принципе, это в каком-то смысле как часть нашего тела. И бывает так, что у человека всю жизнь болит печень, например. И что сделать? Можно, конечно, отрезать печень, да? Можно ее ампутировать, но уже будут тогда проблемы, без печени жить как-то грустновато. Я не знаю, ее, наверное, вообще не вырезают. Желчный пузырь отрезают, а печень как-то какую-то часть, да. Ну вот, ну я просто как пример, что бывает так, что всю жизнь мы живем с какой-то сноющей болью, там, где-то какие-то хронические болезни. А почему-то с родственником мы думаем, что можем этого человека просто отрезать, что это посторонний человек. Так часто думают во время разводов, что вот, что мы там, мы встретились, так же можем расписаться, можем развестись. Вот это
впечатление сидит в голове человека, что я могу развестись, общество вот это создало, вот этот эффект в уме. И дело даже не в обществе, что оно виновато, мы сами виноваты, что родились в этом обществе. Почему мы не в Индии родились? Я какой-то женщине рассказывал примеры восточные, вот, вот восточные семьи, вот там так, так. Она говорит, ну что, восток, восток, у нас-то тут запад. Я говорю, ну можете жить как хотите, конечно, но факт остается фактом, что на востоке самые крепкие пока семьи. Там в Эмиратах, как эта женщина решила развестись, так это в газетах во всех писали. Потому что это нонсенс был. Ее спросили, почему? Она говорит, а я узнала, оказывается, что с мужем нужно жить не только одну жизнь, а несколько. Я не готова. На одну жизнь она как-то была, ну, собрана, а на несколько нет. А, и также с родственниками мы тоже, то есть, будем жить вместе. Если у нас появилась привязанность, неприязнь, тут еще есть один кармический момент. Нам, если мы к чему-то привязываемся, негативно или позитивно, мы связываемся с этим человеком, мы же о нем думаем. Даже Камса думал о Кришне, достиг таким образом освобождения. И нам придется с этим человеком в следующей жизни родиться. Может быть, он нашим будет братом, этот сосед. То есть хотим мы с ним жить? Нам придется. Поэтому считается узел кармы развязанным, когда у нас нет к этому человеку ни привязанности, ни антипатии. То есть мы вот видим кого-то, смотрим и ровно к нему относимся. Это значит, что нас карма с этим человеком не связывает. Но если мы посмотрели на него, и он вошел в наше сердце, неважно, привязанность, неприязнь, все, мы уже с ним связались как-то. В следующей жизни, может, мы с ним снова как-то встретимся. Очень смешно, когда приходит ко мне, например, молодая пара и говорит, а в прошлой жизни мы были связаны. Я говорю, ну конечно, а как вы можете с человеком 7 шагов пройти, если вы не знакомы? Вот попробуйте с человеком рядом пройти 7 шагов. Просто для эксперимента. Идете по улице, рядом встаньте и идите. Это не так просто. А тут они уже вместе гуляют, там обнимаются, целуются, и мы не были связаны. Так просто мы люди не встретились. Очевидно, это продолжают люди встречаться. Может быть, надо долг какой-то отдать. Еще что-то. Что-то надо отработать. Но смысл в том, что мы учимся в жизни не только на примере с каким-то конкретным человеком. Нам Господь посылает разные уроки, и мы с разными людьми пытаемся вести себя добро, со всеми, с кем получается. И постепенно вот так происходит, что и с соседями можем решить проблемы. То есть, если мы, например, помогаем другим решать их проблемы, наши проблемы Господь решает. То есть, вот в этом идее, понимаете, внутренней нашей работе. Я не знаю, я ответил? Так, может, немножко обтекаем. Но конкретно невозможно ответить, то есть на лекции не отвечается. Это нужно индивидуально разговаривать. Еще вопрос, короче, есть? Харе Кришна. Я вас слышал, что вы занимаетесь отношениями, да? Ну, имеется в виду как практика отношений. Вы тоже, наверное, в такой степени. Ну, нет. Вопрос в чем у вас? Вопрос заключается в том, что, ну, я не знаю, кармический, не кармический, как бы, ну, я пытался в этом вопросе разобраться, как бы, ну, мне 33 года, как бы, у меня до сих пор нет семьи, нет детей, как бы, и, ну, и у меня такое восприятие, что, ну, то ли Бог отводит, то ли просто Бог не хочет этого. Ну, или я не могу с этим ничего сделать. Ну, просто вот, ну, я не знаю, в чем проблема. Я не понимаю. Вопрос в том, в чем проблема? Да, я не знаю, почему так происходит, как бы, и ну что с этим делать. Я думаю, что это индивидуальный вопрос, не публичный. То есть, ну, если говорить в общие вещи, то есть некоторая судьба, и если человек, ну, просто если не разбираться, бывает, есть карма упущенных возможностей. Есть такая вещь. То есть не спрашивай, сколько у меня будет детей, например. То есть, а дети это, они могут прийти, как ваши дети могут прийти, как приемные дети могут прийти, как просто дети, о которых вы заботитесь, какие-нибудь племянники там и прочее, там даже внуки. Это тоже дети практически считаются. Моя теща называет свою внучку дочкой. Сейчас дочка, дочка. Они хотели дочку, как-то еще одну. Но вот сейчас вот так вот появился ребенок. То есть это
Есть карма упущенных возможностей, мы что-то упустили. Если нет, то просто еще не пришло время. Как правило, в большинстве случаев, в 99,9% это происходит. Человек встречает своего супруга или супругу. То есть говорится, что с рождения уже это определено, кто будет наш. Половинка, четвертинка, уже непонятно, что там, когда у человека куча родов было. Если вообще не было, тогда да. И просто приходит время, вот столько таких ситуаций, все, и мата же говорит, женщина говорит, все, за один месяц я сделаю там 3-5 предложений. Вот она мучается теперь. Не знает, что, кого ей выбрать, богатого или преданного, или там, иностранца, там, за границу поехать. Вот если она не гуляла, там сильно не тратила свою вот эту карму целомудрия, то она реально представляет собой, приходит время, то есть, говоря астрологически, если уж вас это интересует, до 35 лет можно спокойно создавать семью, еще 2 года есть. Ура! Мы не должны пытаться изменить людей, тогда как изменить себя, как изменить свои отношения к законам, либо человеку. Вот я всю лекцию рассказываю об этом. Пересказать лекцию, как изменить себя, свои отношения. То есть Господь добавляет чудо тогда, когда мы сделали максимально от себя возможное. В противном случае это духовное тунеядство. Мы приходим в религию и ждем, ну вот я просто теперь буду молиться, и все, Господь мне будет денег давать, мужа мне пошлет, дети сами как-то родятся. Помните эту историю медичку? Пришла женщина к мудрецу и говорит, у меня нет детей, что делать? Он говорит, пришел ягью целую, дал ей фрукт, манго, говорит, съешь манго, и появится ребенок. Через какое-то время она пришла, говорит, что-то нет детей, говорит, а муж-то есть? Нет. Ну что ты хочешь? Это чудес. Дочиталась история там, что из яги там Друпади появилась и прочее. Но там жена царя тоже присутствовала, когда Друпади появилась. То есть вот это вот такое ожидание чуда, это называется вот такое духовное тунеядство. И Бог помогает тем, кто сам себе помогает. То есть что произошло с Друпади? Помните, почему ее Господь защитил? Она сначала обратилась к Пандавам за помощью. Вот, когда с ней пытались сорвать одежды на публичном мужском собрании. Сначала обратилась к своим мужьям, они не смогли помочь. Она обратилась к Бхишме, обратилась к царю Дхритараштре. Потом пыталась сама держаться, и ей Господь не помогал. И только когда вот она сделала максимально, что она могла, поняла, что все, нет вариантов. Подняла руки, и Господь превратился в это царь. Вот тогда это чудо и произошло. А мы ожидаем чудо. Все время, вот, чтобы автобус остановился передо мной вот, нужной дверью, чтобы зеленый свет быстрее загорелся, чтобы я там туда не опоздал, опоздала там. Чтобы вот везде Господь меня такие ковровые дорожки выстилал и людей посылал там в помощь. Ну вот, хорошо, Кришна помогает. Хари Кришна помогает. Как один преданный рассказывал, что он распространял книги по квартирам, наши книги, книги Прабхупады, и не брали книги у нее что-то весь день. И он расстроился, начинающий преданный был тогда, и сказал, ну, Господь, если не возьмут книги больше, я выпью сознание Кришны. Следующая дверь звонит, открывает, и взяли весь комплект. Ну ладно. Потом он рассказывает, что через несколько лет произошла подобная ситуация. Он говорит, Господь, если я никто не возьмет книги, я выпью сознание Кришны. Он не ушел, и у него не взяли книги. Господь понял все уже. Попался. В данном случае прикладываю усилия. То есть Господь понимает, что мы маленькие, нам нужна помощь вначале. Потом, когда уже зрелый преданный, с него уже другой спрос. Если уже преданный хочет вторую инициацию получить, он должен понимать, что теперь к нему будет совершенно другое отношение. То есть преданные так некоторые рвутся на инициацию. Дайте мне инициацию первую, дайте вторую, дайте пранаму. Он думает, что его будут уважать за это, что у тебя теперь брахман. А его не то, что даже уважать, с него теперь... За малейшее какое-то вот неправильное движение там какое-то, не туда посмотрел, еще что-то, сразу с него спрос другой. И позорище может быть. То, что неофит пришел там, с него один спрос, в вонючих носках. Пришел брахман в вонючих носках, уже все. Уже другое отношение. Вот, поэтому вот это чудо изменения себя произойдет тогда, когда мы сделаем максимально возможное со своей стороны. Как работает над собой, но читайте Бхагаватам, там столько всего. То есть это мы находимся в этом в некоторой лечебнице, да, как в анекдоте.
Человеку сказали, вы что, больные, что ли, кришнаиты? Да, но мы лечимся. То есть все больные немножечко. Как одного известного какого-то, был суд, там что-то про него рассказывал, был какой-то суд в Америке, какой-то громкий суд над человеком, и решался вопрос, либо он сумасшедший, его в психушку, либо его в тюрьму, если он вменяем. И призвали какого-то очень большого специалиста, психолога, и тот сказал, вы знаете, за весь опыт я могу сказать, что все люди немножечко того. Поэтому как хотите, решайте. И так нужно решить. Еще, может, вопрос есть? Не может быть. Вы задаете вопрос? Хари Кришна, а вот вы как раз рассказывали историю с Драупади, да, и, соответственно, как могло такое возникнуть, перемены в сердце Арджуны, да, вот, если они там поклялись, что они убьют их. Вот, каким образом это произошло? И он бац, так, ехал с нормальным настроем и хоп. Рупада говорит, что он проявил качество вайшнава. Ему не нужно было ждать хоп. То есть он это в природе приятно. С другой стороны, Рупада говорит, что Кришна наделил Арджуну вот этой иллюзией майи своей, чтобы рассказать Бхагавад-гиту, потому что Бхагавад-гиту рассказать можно не каждому. Столько людей в иллюзии. Мы читаем Бхагавад-гиту, так еще и не поняли каких-то вещей, да? Даже одного стиха, может быть, не понял кто-то. Я, по крайней мере, не могу похвастаться, что я понял какой-то стих точно. То есть, если я понял, значит, я следую. С одной стороны, да, это иллюзия, с другой стороны, это урок всем нам, что вайшнав, даже видите, вот он воин был, искусный воин, и он мог один победить всех на поле битвы. Так же и произошло. Была же тренировочная битва, помните, тренировочная, при царе Уттаре в его дворце. Когда Пандавы оставались последний год в неизвестности, в изгнании, то их рассекретили вроде как в самый прям последний день это произошло. И Арджуна тогда еще, у него было проклятие, что он будет в каком-то смысле бесполым. То есть он был евнухом, работал таким учителем танцев. Это было проклятие Уруша, там целая история есть. Вот. Но смысл в том, что вот он в одиночку, вместе с колесничим этим маленьким царевичем, как его звали, царевичем Уттара, такого звали, по-моему, да? Да. Он, Арджуна, смог победить всю армию. То есть он их там усыпил каким-то оружием, потому что сестра этого царевича попросила с поля битвы принести для своих кукол одежду у Каурава. Вот у цариц такие просьбы. Ну там с поля битвы принеси мне. Раньше царевичи одевались на битву, потому что трофеи всякие оставались, то есть врагу. Это тоже такое уважение к битве. Сережки одевали, золотые доспехи, там всякие украшения, все, что у них было, они надевали на битву, чтобы потом врагу достались. Ну, так же он усыпил всех из Бишмы, там, из Дроначарьи, он снял эти красивые чадры и принес ей. Потом. То есть вот он их мог победить всех, но он проявил это сострадание. А мы не воины. Нам не нужно никого убивать. Хотите убивать кого-то, идите в полицию работать. Или на войну там, не знаю, в армию идите, наемники. Пожалуйста, у вас там зарплата, в принципе, неплохая, да? Вот у нас из преданных пошел работать по найму в армию. То есть нет проблем, если хотите, если у вас такая прям кшетрийская природа, хотите сражаться, делайте это под руководством. То есть все нужно делать под руководством. Хотите людей резать? Пожалуйста, можно хирургом идти работать, так интересно, режете людей, зашиваете потом. Вот. Но нужно сначала 6 лет поучиться на врача, там, пройти магистратуру там прочее. И когда вам главный врач разрешит, и вы, может быть, тогда и будете резать, вам люди будут деньги платить. Разрежьте меня, пожалуйста, своим острым скальпелем. Или как зубной, да? Какие страдания. Люди платят большие деньги зубным врачам, чтобы они им причинили эти страдания. Вот. То есть у нас не случай Арджуны, прямо так буквально. Мы не воины, мы даже не шудры сейчас. В Кали-Югу говорится, Калау Шудра Самбау, все шудры. Если почитать качество шудры, то нам даже до качества шудры далековато, потому что шудра, он умеет служить, а мы не всегда. Такие даются благословения, когда читаешь какую-то историю из Бхагаватам. Брахман станет ученым, кшатрии
завоюет много земель, тогда Вайшья богатым, а Шудра станет хорошим слугой. Хорошее благословение для преданного, научиться служить. Вот такой вот пришел сантехник вам, все починил, потом звонит, ну как, работает, рыкует, ну слава Богу, работает. А Млечко пришел, там как-то сделал, пьяный, вот, и, ну, вообще неинтересно про его работу. Вот Шудре нравится служить. Сейчас даже Шудре, не говоря уже о кшатриях, если бы тот Арджуна в Сьюхишхире прошел, бы нас всех убил. Если бы мы встретили на улице, помните, как было с Рамачандрой? Он просто голову отрезал человеку. Рамачандра – идеальный царь, пример. Но Шудра совершал аскезы, и Господь Рама отрезал ему голову. Сразу дождь пошел, потому что была засуха, там еще какие-то вещи происходили, там дети умирали раньше родителей. Рама понял, кто-то в нашем царстве не исполняет своих обязанностей или не исполняет не свои. Он стал ходить, искать и увидел такого Шудру. Поэтому слава Богу, что мы не живем. Мы так хотим ведического царства, ведического правления. А соблюдаем ли мы все правила ведического человека? Все, сразу интернет отключат в первую очередь. Для начала. Ну и так далее. Сейчас даже наставник-то не у каждого есть, а он должен быть у каждого. То есть мы хотим быть независимыми. Шудра не был независим. Все были под чьим-то руководством брахманов. Брахманов судили по совету брахманов. Кшатрийский совет решал. То есть кшатрий не мог наказать брахмана, он мог его максимум изгнать из царства, даже если он совершил такой тяжкий грех. Сейчас тоже это в какой-то степени есть, да, то есть военных судят по военному трибуналу, там этих врачи, этот самый Минздрав судят и так далее. Вот. То есть мы не должны быть независимы, это вот наша проблема. Это, кстати, если говорить про контроль ума, да, то ум невозможно контролировать самому. Потому что в одиночку мы беспомощны. У нас сила только вместе. То есть, если мы вместе с кем-то живем, и люди встают рано, то мы можем вставать рано утром. Если мы общаемся с людьми, и живем вместе с людьми, которые проявляют вот это сострадание, милосердие, мы также сможем его проявлять. Если мы будем жить жестокими, будет вот эта проблема. Поэтому мы здесь и собираемся для общения. Прабхупада говорит, я создал ИСКОН, специальный эти центры, для того, чтобы преданные встречались и могли общаться. То есть здесь все не просто так появляется само по себе. Все вот и божества украшены, и зал отремонтированы, и просад, который вдруг вот он на тарелках проявляется, как на скатерти самобранки. Чудом! Приходим, ну здорово, все бесплатно. Ну действительно, все бесплатно. Но смысл в том, что кто-то приложил здесь усилия, чтобы это все появилось. Вот, поэтому вместе мы сила. Вот, и можно контролировать ум. Сейчас же как-то контролировать ум. Никто сейчас не хочет, никто не грызет яблоки, там, пирожки, не знаю. Не хочет кого-то убить. Как-то мы сидим, слушаем. Ну, вот, почему бы... И в этом проблема, конечно, трансляции, что человек там жареную картошку ест и смотрит, например, на диване, на животе с ноутбуком. Так, трансляция. Ладно, закрываем. Что-то надоело. Ты здесь не выключишь лектора. Ну, надо приложить усилия, по крайней мере, какие-то для этого. Помидор бросить там в рот, чтобы попасть, чтобы замолчал. Последний вопрос. Хари Кришна. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Скажите, а кто должен контролировать ум, подчинить ум разум или какая-то другая субстанция? Контролировать разум, я и говорю, что разум должен контролировать. А разум как мы? Разум нужно формировать. Когда говорится образование, это значит, что мы не просто информацию получаем, то есть вот какое-то техническое знание, что делать, что не делать. Вот если вы говорите человеку, что делать, что не делать, так часто начинающий преданный спрашивает, ну делать или не делать? То есть решение человек должен сам принять на основе разума. Человеку нужно объяснить с разных сторон, такой массаж мозгов сделать разума. И после этого он должен сам принять решение, как поступать правильно. Вот. Это и есть образование, образовывается разум. Как вот на Адвайта Ачарье говорили, что раньше человек жил с учителем, потому что от учителя нужно было получить не просто знания, а нужно было пропитаться его мировоззрением, его настроением, вот видеть, как он живет,
кто-то живет с учителем? И слава Богу, что сейчас. Это милость Бога, что общение с учителем короткое. Вот в школе мы видим, да, учителя или в институте. Потому что, к сожалению, пример учителей не всех может быть таким вот вдохновляющим. Но раньше жили с учителем, поэтому нужно жить с преданным, который... Вот мы сможем впитать его вот это возвышенное настроение. Поэтому так важно вот жить с преданными, общаться с преданными, когда есть возможность. У всех есть такая возможность, можно в храме пожить, я не знаю, как Матыжем, но Прабу могут в храме там на выходные попроситься пожить, например, 2 дня. Семья от этого не развалится, как ну, жена поживет денечек без мужа, даже и хорошо, может быть, отдохнет. Вот, и пропитаться сознанием этим. Скажите, пожалуйста, подчиненный ум, это также подчиненное чувство? Ну, ум и является одним из чувств. То есть ум — это резервуар чувств. Они все поставляют, чувства поставляют все необходимое там знание в ум. А ум как раз оценивает, что нюхать, что не нюхать, что есть, что не есть. Вот как пельмени, например, да? Вкусная вещь пельмени или нет? А это же мокрое тесто. Это просто мокрое тесто. Вот мы едим непропеченных, непропеченное. А пельмени, ой, вкусно, пельмешки там. Едим просто сырое тесто. Но оно как бы там варится, но оно же, ну как, сами понимаете, да? Вот она сложилась, самскара, вот ум так работает, хороший, плохой. Мы так думаем. Потом я обычно говорю, если не пропеченное, я говорю, а представьте, что это с сыром. Вот это с сыром. Да, как сегодня. Не так многие вот навязывают там суши, например, везде эта реклама висит. Так вкусно суши, человек уже думает, ну, наверное, да, надо суши есть. Уже даже вредные суши делают, вегетарианские суши эти. Заворачивают там. Хотя, в принципе, что там такого? Ну, какие-то штуки там завернуты, можно и другое есть. Или там соевый соус, перегнившую сою, там сок этот сливают и поливают потом в большинстве своем. Ну вот ум как-то создается впечатление, его очень сложно изменить. Вот он так и есть. Ну, в принципе, в пельменях ничего страшного нет. Ну, съели пельмени, съели там, например, блинов наелись, ну, потом сопли будут, ну, посморкались там. Никто не умрет с этого. Но есть и вещи опасные такие. Нам навязывают, что вот очень важно, что вот или там, например, толстый или худой. Вот сейчас вот такая эпоха вата конституции, что все должны быть тощими, женщины должны быть тощими. Так переживают все, и мужчина тоже говорит, ой, я толстый, так плохо. Человек из-за этого болеет и меньше живет, потому что он переживает, что он толстый. А не факт, что толстому человеку похудеть будет полезно для здоровья. У него такая конституция, капха, например. Раньше в советские времена, наоборот, говорили, ой, толстенький ребеночек, пухненький, хорошо, хорошо, ешь до дна, ешь до дна. Надо вот кораблик найти на дне, который лежит. Давай, съедай все. А сейчас, наоборот, надо не доедать, там, сыроедом становиться, худеть, худеть там. Таким вот становиться, и тогда все. А выйти наоборот, то есть если женщина толстая, значит можно не жениться, потому что значит, что она хорошо ест, значит, что отец богатый, и все будет в порядке. И да, она будет хорошая, надо толстую искать. А женщина так облексует, надо быть точно. Ну зачем, как бы, какой есть, такой и есть. То есть толстый, худой, там, какие глаза. Толстого показали. Ну вот, я все пропустил, видите. Мне толстого показали. Вы че еще такое? Да не надо, честно. Я думаю, надо заканчивать. Ты решил делать прожалки. Шрила Прабхупада ки джай. Джай Гур Примананда.